всем привет, кто зашел на мой канал. Сегодня я хочу вам показать, как можно быстро заточить ножницы. Я работала сегодня с блузкой и случайно наткнулась ножницами на булавку. И у меня получилось заусенница на моих любимых ножницах. Что мы делаем? Сейчас я проверю, как они режут. Вот немножечко здесь заусенница. Значит, можно взять любую булавочку, любую иголочку. И смотрите, значит, нижнее лезвие ножниц у нас с наклоном. Также верхняя часть ножниц тоже с наклоном. Поэтому булавку или иголку мы берем и располагаем между лезвиями тоже под наклоном. Вот так. И вот так проходим. Здесь я немножко сдерживаю ножницы, потому что булавка раскрывает ножницы, но иголочка должна проходить под сопротивлением. Вот, видите, под наклоном. В одну сторону только. И сейчас проверим. Ну вот, отлично, я уже не чувствую этой заусеницы, которая произошла. Отлично. И кончики режут, видите? Кончики режут. Отлично, ткань. Уже не жуется. Конечно, это метод такой домашний метод. Самая лучшая заточка, это, конечно же, профессиональная. Ну, я надеюсь, что вам пригодится это, и вы возьмете это на заметочку. Всем спасибо за внимание. Всем хорошего. Пока.